нас праздник, я думаю, что с сессии нашей такой хочется, чтобы это стало праздником. Я не буду долго говорить о выставке, потому что достаточно подробно о ней уже как-то и написано, и каталог сделан. И мне кажется, что то, что висит на стенах, работы и посвящение, то есть, собственно, как бы авторы и те, кому посвящены эти работы, говорят достаточно много, и хотелось бы, чтобы выводы делали зрители и, ну, и участники, естественно. Для того, чтобы нам обсудить выставку, а мы все-таки делаем наши проекты с расчетом на то, чтобы мы потом собрались и провели обсуждение, вот, мы соберемся отдельно. Это не значит, что не будет выступающих, мы рады, если кто-нибудь скажет свои слова. Я просто ограничусь техническими словами, во-первых, поздравив всех участников, попросив прощения у тех, кто по тем или иным причинам не попал в этот проект, потому что, ну, честно скажу, отбор у нас достаточно жесткий, не только по качеству вещей, но и по тому, насколько вот человек родственен той идее, которая у нас заявлена. Поэтому должен сказать, что, опять же, и впредь попросить прощения за то, что какие-то авторы у нас могут вдруг не попасть в проект, а почему меня не взяли, я же вот участвовал. Мы будем стараться делать наши выставки, наши проекты все более и более такими вот точными высказываниями. Для того, чтобы спровоцировать некий диалог художественный. Мы приглашаем всех, и участников, и гостей на обсуждение выставки, которая состоится через 2 недели, 4 числа, 4 ноября. Это будет четверг. Здесь же в 6 часов на обсуждение выставки и на демонстрацию фильма «The Desert of Forbidden Art» «Пустыня запретного искусства». Фильм, снятый группой американских кинематографистов о музее Савицкого. Уникальный совершенно кинодокумент, рассказывающий о вот таком действительно музее в пустыне, о феномене собирательства. Ну, во-первых, мне кажется, ощущение, которое возникает на этой выставке, это какая-то, при том, что адреса и любимые художники у всех разные, какая-то общность художников. Вот в этом отношении посыла к любимому автору. И несмотря на разнообразие представленных, так сказать, любимых персонажей, выставка имеет какую-то удивительную ценность при вот таком стилистически иногда несопоставимом виде работ. И это, мне кажется, очень важно, очень интересно. Это расширяет возможности. Это создает вот ту самую демократическую обстановку признания художника другого стиля, другого направления, признание и понимание движения художника. Ведь, к сожалению, мы последние годы были и в средствах массовой информации, и, так сказать, в мейнстриме, в основном поддерживались такие экстремальные движения, когда художник ни на кого не похож, а вот он взял и сотворил что-то невероятное. И такая идея новизны, которая все время преследует современное искусство, она где-то уже усталость в этом есть. Есть утомление, есть какое-то стремление поразить ради того, чтобы что-то сделать, но уже поразить очень сложно. Скоро просто будут авторы убивать друг друга на вернисажах, чтобы произвести какой-то шок или впечатление. Вот здесь есть та культурная составляющая, преемственность, о которой забыли. Вот у нас сейчас времени не спровергает. Не успели снять Лужкова, сразу снимает Петра. Ничего хорошего я про этого Петра сказать не могу. Но вот мы так быстро снимаем и ставим памятники, не только художественные. Также отодвигаем каких-то художников. Также выбрасываем писателей. Также перестаем слушать музыку, которая звучала когда-то. Но где-то что-то возникает. Вот я был летом в Литве и удивился, что они в основном слушают русское радио и смотрят наши старые фильмы с большим удовольствием. Потому что есть какая-то нота человеческая, которая была и в те времена у художников. И были достаточные проявления интересных
качественных вещей и в кино, и в живописи, и в литературе. Недаром, так сказать, наш андеграунд, он тоже все-таки был показан, не было уж совсем он где-то в тени. Но вот эта выставка, она, не знаю, вот лично для меня она создает какое-то такое радостное настроение, и я узнаю у кого-то, я понимаю, на кого человек ориентировался, как писал свою вещь. Кто-то меня поразил своим омажем, совершенно неожиданным для меня. И это тоже очень интересно. Но я бы хотел сказать, тут есть несколько путей вот этого. Есть впрямую, когда человек как бы декларирует любимого художника и достаточно близко в этой стилистике работает. Более такой понятный путь. Есть путь несколько другой, потому что я могу сказать, что у нас когда-то с Андреем была здесь совместная выставка лет 7 тому назад, где я выставлял посвящение любимым художникам. Там был и Иль Греко, и Клод Моне был, и Волков был, и еще другие художники, где работы как-то стилистически могли перекликаться. Вот в данной своей работе, если говорить о ней, когда я ее писал, я не думал о Тинторетте. Я стал о нем думать, когда работа случилась. Видимо, вот впечатление от живописи Тинторетте, которое меня просто совершенно потрясло в Венеции, осталось в подкорке. Ведь очень часто бывает так, что художник влияет на тебя не впрямую, а где-то вот из глубины твоего багажа, который ты накопил за годы смотрения, видения, переживания и работы. Поэтому, мне кажется, здесь возникает очень интересная тема. Потому что иногда вот непосредственно видение какого-то мастера помогает раскрыться, а иногда и закрывает дорогу художника. Потому что все-таки хотелось бы, чтобы, подражая и делая благодарность какому-то автору, художник искал свой путь. Я думаю, что вот эта тема 4 числа может быть тема серьезного обсуждения. И мне кажется, что если мы к этому отнесемся серьезно, это заложит в этой галерее новые отношения. Отношения разговора, отношения общения. То, что так сейчас сложно в нашем мире, мы так, в общем-то, разорваны в Москве, и так редко видимся и общаемся, и как бы настоящего разговора об искусстве не возникает, он где-то происходит вдруг в СМИ, и потом также исчезает, а вот живое общение мастера с мастером. Поэтому я всех тоже призываю прийти 4 числа, есть время подготовиться, подумать, о чем хотелось бы сказать, и провести серьезное обсуждение этой замечательной выставки. Спасибо. Считаем выставку открытой. Давайте.